у нас традиция просто передачи, мы приютских кошек, давайте звери сюда, мы пристраиваем зрителям. Вы не пугайтесь сразу, потому что гости иногда... Это приютская кошка? Да, да, он это же он, да? Да, породистый, зовут его? Лазурит. Как? Лазурит. Лазурит? Лазурит. Вот такой лазурит у нас. Лазурит. Я вот не очень, фрит. Честно говоря, я собачник. Я не а я кошачник как раз. А у вас есть кошка? Сейчас нету кошки, но всю жизнь была кошка. У меня одна, вторая, да, были кошки. Да, какая первая была? Ну, они все были дворняжки. Дворняжки были, да, но мы их как-то очень нежно всегда любили. Ну, это дарили или это находилось? Как они появлялись? Кошка, которая дольше всех у нас жила, мы ее, Муля, мы поехали с папой на птичий рынок, и там просто вот у старушек, где там беспородные кошки сидят, выбрали ее из картонного ящика, и она у нас прожила лет 17. Как звали, помните? Муля, конечно, Муля. 17 лет, это, кстати, насколько понимаю, для кошки это весьма-весьма солидный такой возраст. Да, она умерла от рака, к сожалению, как и многие кошки. Да. Не только люди умирают от рака. Не уходи, пусть на тебя зрители посмотрят. Главное, чтобы они посмотрели на Петра Налича 25 июня. Значит, на меня и на кошку это нормально. Там что-то будет действительно такое. Ну, а что будет нового? Это будет по жанру нового или это будет по репертуару? Во-первых, по жанру, я думаю, для тех, кто бывал на обычных концертах нашего музыкального коллектива, это будет, конечно, по жанру новое, потому что это... где-то больше в что-то лирически-сентиментальное, где-то в народное, такое этническое, я это называю фактически этнически-симфоническая программа. Так. Что-то такое, соединение, есть просто такое слово кроссовер, я его не люблю, потому что это и машины, и все что угодно. Это сочетание, наверное, вот академического звучания с этническим и с эстрадным, что-то вот такое. Mm-hmm. Много было материала и давно, который хотелось оформить так, но никак-то все не получалось. И нового много материала, так что, думаю, будет, то есть я уверен, будет интересно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».